Как добраться до работы? Сколько времени уйдет на дорогу? Где пересесть на электричку? 1 июня на ремонт закрывается станция метро Удельная. В тот же самый день закроют еще одну станцию, Фрунзенская. А это значит, что пассажирам уже сейчас нужно продумать новые маршруты. Эксперты посчитали, тем, кто привык пользоваться Удельной, на дорогу придется закладывать дополнительно 30 минут, Фрунзенской – 15. То есть расчеты математического моделирования показали, что пропускные способности ближайших станций метрополитена, а это Озерки, Пионерская, Площадь Мужества, Комендантский проспект, достаточно для того, чтобы принять пассажиропоток Удельный. Большинство людей выберут в случае закрытия Фрунзенской технологический институт, Балтийскую и Московские ворота. Интервал движения транспорта по Московскому проспекту между технологическим институтом и Московскими воротами в оба направления составит в среднем 2 минуты. С 1 июня усилят движение автобуса номер 50 и 15 и 17 троллейбусов. Сейчас здесь работает 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрута. Скажем честно, транспортная привлекательность Фрунзенской существенно меньше, например, чем технологический институт. И чем Московские ворота, кстати, которые стоят на узле схода на Лиговку. Там еще автобус уходит на Лиговку. Поэтому я думаю, что это не сильно большое увеличение. Поток Фрунзенской разобьем напополам. Пионерская и Озерки примут на себя основной пассажиропоток после закрытия станции Удельная. Небольшая часть отправится на Комендантский проспект. Комитет по транспорту увеличил количество рейсов сразу на 3 направлениях. Скоро часть маршрутов удлинят от Удельной до Пионерской, Комендантского проспекта и Озерков. Станет больше и трамваев 20 и 21 маршрута. Сэкономить поможет карта «Подорожник». Существует 3 варианта. 1. Тариф 60 минут. Первая поездка 44 рубля, пересадка 10 рублей, последующие бесплатно. Второй способ сэкономить тариф 90 минут стоит 78 рублей. Входит одна поездка на метро и безлимит в течение полутора часов на наземном транспорте. Ну и третий вариант для тех, кто много ездит – купить проездной. По причине закрытия метро произойдет перераспределение пассажиропотока и на железнодорожной станции Удельная. Те, кто ехали на электричке, они должны, соответственно, доехать до Финляндского и там уже пересаживаться в метро Площадь Ленина. Если кто-то собирался ехать в Выборгское направление и ездил с Уделки на дачу, они будут, скорее всего, ехать теперь с Озерков до Ланской на трамвае. Впрочем, жителям северных районов города не придется сильно менять маршрут. Так добраться от проспекта Просвещения до железнодорожной станции Удельная можно будет на 21-м трамвае без пересадок. Приблизительно за 40 минут. Грамотно стройте свой маршрут, чтобы сэкономить время.